В Урупском районе прошли масштабные конно-спортивные мероприятия. Конники состязались в 5 заездах на различных дистанциях и лошадях различных пород. В соревнованиях участвовали представители Карачаева-Черкесии и соседних регионов. О празднике и о победителях Алиб Аташев. Стремительно несущиеся навстречу победе всадники на лошадях различных пород. Преодоление финишной черты и сладкое чувство победы. Конные соревнования вызывают восторг у множества зрителей. Татьяна Таранова любит лошадей с детства. Лошади, конечно. Их красота и грациозность. Как они скачут. Как они скачут. Всадники на лошадях как скачут. Очень красиво, профессионально. Тем более на данный момент приезжают к нам из других республик на лошадях. На красивых лошадях. Очень приятно посмотреть. А ваша порода любимая какая? Карачаевская. Конники состязались в 5 заездах. Первый был посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Второй – дате возвращения карачаевского народа на историческую родину. Третий – памяти героя России Канамата Баташева. Четвертый заезд был посвящен поддержке СВО. А спортсмены 5-го боролись за приз главы Карачаева-Черкесии. Жокей Али Кииков одержал победу на вороном жеребце карачаевской породе по кличке Куцый возрастом 5 лет. Он вынослив и в состоянии преодолеть дистанцию еще большей протяженности, убежденный жокей и хозяин лошади. Берегите своих родных и близких, вот это самое главное. Лошади – это тоже член семьи, надо к ним относиться, как относишься сам к себе. Расскажите вот о своем члене семьи. Все, я его вырастил, это надо коня чувствовать, не каждый человек вот, может ощущать коня. Как далась эта дистанция? Это нормально далась, еще километров, на километр хватило бы есть. Ты давно вообще занимаешься? Да, с детства. Сколько? С детства. С детства. Ну что ж, мы важно, чтобы просим подготовиться победителям. Подготовленность по лошади, наверное. После каждого заезда следовала торжественная церемония вручения наград победителям. Первые места в заездах завоевали жокеи Амир Биджиев, Салуат Байрамуков, Зейнул Барлаков, Назир Джатоев. Алан Айбазов стал обладателем главного приза соревнований. Ксения Акулова приехала на соревнования поддержать свою сестру Ольгу Сафронову, которая занималась тренировкой жеребца Хайр Грин. Конный спорт, лошади – это жизнь. Это хуже, чем наркотик. Если от наркотика можно отойти, от этого нельзя отойти. То есть, если ты занимаешься скачками, лошадьми, то ты готов свою жизнь отдать, да? Ну, все ради лошадей. Ну, как бы. Мы видели неподдельную такую игру эмоций на вашем лице. Ну, конечно, но если ты... Переживания такие. Если ты этой лошади отдаешь всю свою жизнь, все свои силы, все свои деньги, и мы, как тренера, там, жокеи, райдеры, владельцы, как не болеть, как не переживать, конечно. Побольше бы таких скачек бы проводили у нас в республике. В концертной программе мероприятия участвовал народный артист Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии Алим Газаев, известные исполнители Ислам Малсуйгенов и Зульфия Чотчаева, фольклорный ансамбль «Рубчанка», хореографический коллектив «Легенда гор» и другие артисты. Алиб Аташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия, Урупский район.